Я тебя предупреждаю. Они прям того. Совсем ватные. Ну, значит, мягкие. Кого же, интересно, там выбрал? Кого бы не выбрал, ему это все равно уже не поможет. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте! Сессию сдали, молодцы. А на выборы в марте собираетесь? Конечно, без нас не выберут. Так, и за кого голосовать планируете? Ну, это очевидно. Слышь, мать, а у нашего чмошника, похоже, появился шанс выжить.